Привет, Тани Сябры. Ну, начнем культурные колонии с долгожданной новости про Компонотус макулатус. Те королевишные, которые сидели тупо у меня штук 50, просто тупо валялись в пробирках, какой-то результат дали. 5 из них снесли яйца. Причем снесли яйца, и я не знаю, какая-то сразу сожрала свои яйца, какая-то начала ухаживать там, короче, что-то они там мутили с этими яйцами. Яйца очень долго не развивались. У 4 из них они, кстати, и не развиваются. В итоге мне терпение лопнуло. Я, когда потрошил основную колонию макулашек, то с рабочие коконы по 5 штук побросил этим маткам. Ну и дело пошло. Может, зря подбросил, для чистоты эксперимента надо было оставить все-таки. Ну, во всяком случае, рабочие помогают им. Помогают рабочие масткам, как мне помогает вот эта вот маленькая собачонка, которая не знает сам, что хочет от меня. Так что есть результат. Есть результат, могу показать. Даже вот здесь у нас развилось до личинок. У одной из них. Ну-ка, козявка. Так, вот это свежевылупившиеся наши. Так, вот яйца видно. Ну-ка, поближе получится. Вот яйца видно свеженькие. И где-то там он, личиночка катается. Вон, видите, если под маткой там катается, не хочет держаться на месте. Ну, во всяком случае, здесь тоже вон пакет яиц. Здесь у нас пакет яиц. Ну, во всяком случае, только у одного вот так вот до личинок все развилось. Здесь вот яйца. Но яйца какие-то мелкие, не знаю. У них обычно крупненькие, желтенькие, красивенькие. Ну, во всяком случае, что-то интересное получится. Будут самцы, но будут самцы, то будут самцы. Если будут рабочие, то это будет просто катастрофа, потому что где-то в это время, в каком-нибудь темном уголке, готовится армия для вторжения. Ну, ладно, во всяком случае, я это контролировать не могу, придется травить. А вот королевы, которые никак не хотели, не хотели. Я с ними тоже немного экспериментирую, когда потрошил тоже макулашек, подбросил им коконы. Королевские коконы, большие, крупные. Но в итоге кто-то их сожрал, кто-то их пытается их воспитывать, кто-то что-то пытается. Четвёрка, экранчик. Тормозить, шифчик. Офигеть. Ну, ладно, потерпите. Буду чистить воск. Кстати, вот интересно, мои питомцы на балконе. Паучок, который вылетевших королев макулашек. Хитрый какой паучок. Пристроился над мессерами. И жрёт потихонечку. Что у меня еще есть? Если кто помнит, у меня появилась на балконе вот такая красавица. Она сама прилетела ко мне, знала, к кому лететь. Отложила пакет своих потомства. Я не знаю, что там, блин. Вот он. Уже листик засох, на котором она это отложила. Но она сидит, я ее подкармливаю. Читал, что они тут же умирают после этого. Ну, вот живая, здоровая. Охраняет потомство. Ну и по культурным колониям. Что у нас дальше? Вот такие кучи, горы наших Лазиус нигер драгоценных, которые ждут своих новых хозяев. Расходятся потихоньку, под Новый год их вообще, наверное, не останется. На этом все. Спасибо за просмотр и за терпение. Да, побочень. А, еще ж не все, еще ж у меня вон формика тусуется вот здесь вот. Такая интересная формика. Матка есть, расплода нет, поэтому она как бы просто тусит у меня. Гостит. Вон сколько я подбросил из диких коконов, но расплода она так летами не дала. Ну вот с ней буду экспериментировать, засуну в холодильник, нафиг. Посмотрим, чем это все закончится весной. Так что на этом все. Спасибо за просмотр, до побачения.